На загородных трассах и крупных городах области увеличилась плотность нарядов дорожной полиции. Таким образом, руководство Департамента внутренних дел пытается снизить аварийность на дорогах региона. Нужно отметить, что это принесло свои результаты, причем несколько необычные. Об этом в следующем репортаже. За 3 дня усиленного варианта работы сотрудниками дорожной полиции области выявлено 1300 нарушений правил дорожного движения. А с начала этого года цифра выросла до 105 тысяч правонарушений. С 8 сентября автоинспекторы задержали 57 водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Появились даже женщины за рулем под шофе. Это вызвало легкий шок у дорожных полицейских. Дама вела себя явно неадекватно. «Мои документы верните, их нет». Почему в таком состоянии за рулем едите? Ты сказал. Из вашего рта исходит резкий запах алкоголя. А откуда вас знает, кто из вашего рта происходит? Закройте дверь. Светлана Галина, я прошу выйти из машины. Нургазы Емна. Извините, Нургазы Емна. Дверь закройте. Светлана Нургазы Емна. Выйдите с вас, выйдите с вас, машина. Нургазы Емна. Так, руки, синяки будут. Буду писать милицию. Дверь закрыли, ушли отсюда. Не толкайте, не толкайте. Верните мои документы, напишите мне акт, на каком основании меня здесь взяли. Все, видишь это? Нургазин. Вот это вот, и показывай 5-й канал и все остальное. Нургазин, ну выйди, пожалуйста, машину. Все, не надо, не выйду. Руки. Светлана Нургазин. Уйди отсюда, я сказала. Закрой мою дверь. Ты мне машину не ремонтируешь, принеси мне ключи и мои документы. Пошел вон отсюда. Эта машина привлекла инспекторов дорожной полиции Еспаева и Аймагамбетова. Митсубиси неосторожно двигалась по улице Прогресса. Выманить женщину из своего авто стоило большого труда. В таком состоянии она явно представляла угрозу на улицах города. А ну-ка, руки отпусти! Он нас слышит, он нас слышит. Лариса! Он нас слышит, Сядь. Большого труда стоило убедить воинственную автолюбительницу пройти медицинское освидетельствование. Ну, итог понятен всем. В отношении нее был составлен административный протокол по статье 467, часть 1 КУАП РК. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, 1 Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».